Уважаемые коллеги, сторонники партии «Единая Россия», сегодня знаменательный день. Сегодня начинает работу 9-й съезд партии «Единая Россия». Он будет работать два дня, 14 и 15 апреля. Но прежде чем начать съезд, в преддверии его работы, мы впервые проводим широкий общественный форум под названием «Стратегия-2020». Почему мы это делаем? Мы считаем, что вопросы стратегического развития нашей страны до 2020 года важны для каждого гражданина нашей страны. И сегодня мы пригласили на форум экспертов, ученых, представителей общественной палаты, депутатов разных уровней. Здесь представители средств массовой информации, представители культурного сообщества, представители тех ученых, которые будут решать самые важные вопросы, вопросы новых технологий, вопросы инновационного развития России. Мы предложили форум провести в 8 секциях. Эти секции оборудованы здесь, перед нами, и работа секций возможна до 15-15.30. Эти 8 секций будут рассматривать насущные вопросы. Это и вопросы развития демократии, вопросы среднего класса, вопросы инноваций, вопросы новых технологий, вопросы права и коррупция, вопросы лидерства России в глобальном мире. Считаю, что это те темы, которые сегодня наиболее важны для обсуждения. Результаты работы форума, безусловно, будут рассмотрены на съезде. Мы предполагаем, что те идеи, которые будут высказаны сейчас в рамках мозгового штурма, будут обсуждены при работе секций и предложены для обсуждения на съезде. Мы дадим возможность выступить представителям секции на съезде, и мой доклад, главный доклад, содержательный доклад съезда, который носит название «Роль партии «Единая Россия» в формировании и реализации стратегии развития России до 2020 года», безусловно, получит уточнение и насыщение теми идеями, которые будут высказаны во время работы форума «Стратегия-2020». Я хотел бы сейчас, в ознаменование начала работы форума, этого нового форума и новой формы нашей работы, сделать удар в этот гонг, после чего я предложу всем разойтись для работы в помещения, предложенные для секции. Там могут также работать и журналисты в режиме открытом. У нас нет необходимости закрывать работу какой-либо секции. И я сейчас, с вашего позволения, это сделаю. Предлагаю начать работу. Прошу вас.